Привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу приготовить очень вкусный, полезный, очень нежный завтрак. Вкуснее, чем кабачковые оладьи. Очень нежный, на самом деле. Я готовил уже не один раз, получается просто восхитительно. Начинаем готовить, поехали. Первым делом нам нужно перетереть кабачок через крупную терку и отжать. Хорошенечко присолим, чтобы кабачок быстрее отделил воду. Для этого добавляю 2 щепотки соли. И хорошенечко перемешаю. И оставим на минут 10-15. Все, отжимаем кабачок. Прошло 10 минут. Хорошенечко отжимаем, чтобы было меньше жидкости. Отправляем к нашему кабачку 4 яйца. Добавляем сухой чеснок, сладкую паприку, черный перец и слегка присолим. Беру петрушку и нарезаем мелко. И добавляем зелень в общую массу. И хорошенечко перемешиваем. Отправил сковородку на плиту. Включаем нагрев. Чуть-чуть меньше, максимум. И наливаю буквально столовую ложку оливкового масла. Отправляем первую порцию. Жарим до тех пор, пока не затянется немного вверх. Как только сверху начало схватываться, отправляем сыр. И начинаем скручивать. Край немного должен остаться. И отправляем вторую порцию нашей кабачковой массы с яйцом. Отправляем сыр. И снова скручиваем. И так всю массу до конца. Последнее наше тесто. Отправляем опять сыр. И уже заворачиваем до конца. Накрываем наш рулет буквально на 3-4 минуты, чтобы он уже дошел. Ну вот и все. Сейчас будем пробовать. Ну что, давайте нарежем. Посмотрим, какой он у нас внутри. Аромат просто обалденный, друзья.
Смотрите, друзья, какой он красочный, красивый внутри. Да еще и с сыром. И самое главное, он без муки. Особенно, кто занимается спортом. Это вообще бомба. Давайте возьмем кусочек и попробуем. Рекомендую приготовить намного нежнее, чем кабачковые оладьи. Вид обалденный, аромат супер. Шикарный вообще. Вот вам еще одна идея блюда из кабачка. Очень вкусно, ароматно. И семье, конечно же, понравилось. Готовьте вместе со мной, мне очень приятно. Не забываем комментировать, делиться с друзьями. Ну и, конечно же, подписываться. И не забываем подписываться на мою страничку в Инстаграм. Всем пока.